продолжаем играть в дикую игрушку под названием «Что скрывает тьма». Мне нечего больше добавить, давайте ускоримся. Привела нас Дана к какому-то храму, видимо, зазывает вниз. Что-то такое! Много дерева. Угу. Я вижу много дерева. Снаружи вроде как каменное было здание. Тут фанера какая-то. Чашки, кстати, у нас такие же. Одна, по крайней мере, осталась белая. Ты приводишь его домой, и о, он такой классный. А потом ты переворачиваешься, чтобы продолжить это дело. А его кожа расползается, как мокрая бумажная салфетка. А под ней черная гниль. И на твоих бедрах горячая липкая смола. О, боже. Фатима, блин. Ну, реально, что это такое? Что это за история? Тут есть противогаз. Ой, противогаз. Да, тут есть противогаз, друзья, если что. Но не тушите. Не, он не берет. Пианинка! Мне нравится, что так много пианинок. Симпатичные такие. Где он? Ага. Это все, что можно тут. Сейчас мы подойдем, конечно. Полапать. Да, по-моему, все. А чего ты ожидал? Он просто длится и длится. Не останавливается ни на минуту, ни перед кем. Просто уходи отсюда. Ага. О, черт! Нет, нет, нет! Это его логово. Библиотека? Твою мать! Библиотека его логово. Мне кажется, это опять спуск в метро. А вот, блин, мне это не очень нравится. Конечно, сейчас начнется. Чертовня. Ой. Упс, загрузка. Получен приз, дворец. Что там написано? Ты, ну, ты светил фонариком на вывеску сверху. Я не успела прочесть. Я прозевал. Корбет Лайн. Ну, это название линии метро. Бежать нельзя, только идти. Это мне совсем не нравится. Ой, внизу красное нас... что-то. Внизу у нас появились цвета. Внизу у нас там, чувствую, ждет труба. Так, хочется, конечно, светить фонариком постоянно. Придумали они вот это с батарейками зря. Ну, вообще, у нас они ни разу и не закончились, как бы, так, чтобы... Да потому что мы им практически не пользовались. Упс. Обгоревший кто-то. Уэст, тут куда ни пойди, все на запад идет. Что налево, что направо. Эй, парень, тебе жуткая, помощь не нужна? Жуткая картина. Я не знаю, налево или направо, давай тебе решать. Налево. Налево, окей. Я думала, ты скажешь, значит, идем направо. То есть ты хотела направо все-таки? Нет. Что за дверь? Не, не нельзя. Плохо. Что, забыл, что тут все закрыто для тебя? А тут, наверное, без разницы, куда мы повернули. Хотя нет. Видишь, похоже на то, что без разницы. То есть мы просто по левой или по правой стороне идем, но в одном направлении. Можно было бы, конечно, сделать тут несколько кругов. Пять телефон. Слева, да, по-моему. Что там кто-то сидит? Да парень там. Батареечки. Не жутко. Телефон. И горелые люди. Погорели. Все они как задвигаются. Бадди! О боже, он идет! Не смотри на него, Бадди! Не смотри! Он знает. Он все знает, ты не сможешь. Он здесь. Беги, Бадди, беги! Беги, Бадди. Куда бежать-то? Куда-то. Ну, наверное, налево, да? Наверное. Блин, что значит не смотри на него?
Он и все знает, Бадди. Слушай, ну так нормально так. Ну, музыка, конечно. Так, одно и то же. Тихо, тихо, спокойно. Ты тут уже был? Да нет, тут же не завалено. Да, похоже на то, что я был. Как будто луп, это называется, петля. Угу. Как будто попали в петлю. Закольцованное место. Ты опять будешь бежать куда-то? Блин. Страшные повороты. Туда, да? Туда не посмотришь? Ну ладно. Не туда же. Не знаю, может нам вот туда на свет идти? Как бы нам не пришлось возвращаться. Кажется ли там нет пути дальше? Может быть вот что-то полезное, коробка, ну... Мак. Ну, я не знаю, просто сексуальность — это такая тема, очень закрытая в нашем обществе. Потому что мне кажется, что если люди узнают, что они могут получить благодаря своим фибрам, я не знаю, то просто мир рухнет. Потому что те люди, которые зарабатывают на нас деньги, они просто перестанут зарабатывать. What are you talking about? Постоянно я хочу это спросить. В конце вырисую какая-то у нас картина. Ой-ой. Это в логово мы спускаемся 100%. В игре вроде как два финала. Ой, глянь. Да нездоровая тут началась история. Ой, вода. В игре, по-моему, два финала. Так, открываем по-быстрому. Слушайте, куда? Северная ветка. И Бадхуштлайн. Какая-то еще линия тут. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что делать. Давайте посмотрим, куда уехало метро. Просто посветим. Ха! Не, ну она могла уехать туда. Что-нибудь, что, ничего не откроется. Батареек, много батареек. Это, по-моему, усиливается. Слушайте, ну куда, блин? Там можно дальше повернуть к вагону, а можно еще сюда заглянуть. Норфбаун теперь. Так оно и та в одну сторону. И северная, и западная показываются. Это обман какой-то. По-моему, открытую дверь я нашел. Но экзит. Блин, ну тут лабиринт. Ладно, к вагону метро давайте сначала смотнемся. Хочется просто как можно больше, конечно, подобрать. Но и в то же время особо не затягивать наше пребывание в этом злачном месте. Начиналось все с... Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, не уедем, если сюда заползем. Теперь батарейками нас не жалуют. В смысле, нас жалуют батарейками? Ну, да. Выхода нет. Ключ, наверное, полетели. Ну, не знаю, мне кажется, что люди пытаются что-то в чем-то разобраться и как-то почувствовать, что внутри, потому что внутри них, внутри их друзей, потому что в этом таится какая-то великая сила, возможно, и какие-то сверхспособности, не знаю, мне кажется, что можно проникнуть, добраться до сути, если что. Да, немедленно.
не особо тобой увлечена. Ой, закрыто. Давай, господи. Не знаю, обманул я. Может, ты обманул. Реально стрёмные олени пусть там тусят. Тут действительно две концовки. Да? Да. Только выбрать их предложат в самом финале, так что, Андрюш. Понятно. Так, значит, будем выбирать. Хорошая и плохая или... Или плохая и плохая? Always bad. Ну, не знаю. Окей, ладно, узнаем уже. Что-то вот это мне не нравится. Красный свет? Информация. Здрасте, мы можем получить какую-нибудь информацию здесь? Это типа тупик? Похоже. Ой. Батарейки как-то не вовремя начал менять. Ой. Пропал человек. На нашего похоже. Ой, кровь, кровь. На полу. Ее становится больше. Заполняется потихоньку. Это похоже на сердце. Эта информация. Нет. 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 Она достигнет моих ног. Все. Как только она дотронулась, мы погрузились куда-то. It was that the end. Чего? He was there. Он был здесь под конец. Он был здесь в конце, наверное. Коробочка. Красиво здесь. С учетом того, что вся игра серая, белая. Да. Ой. И не хочет он их одевать. Ты какая-то новая музыка, ты слышишь? Ты какая-то новая музыка, я слышу. Ой. На кровь может не наступать лучше. Не было этого поворота. Ну вот батарейки туда начали под конец. Я как понимаю, выключаем телек, да, и получаем новое. Или вообще телек можно не трогать? Можно, я думаю, не трогать. Ну на кровь, наверное, стоит. Позади нас. Зеленый цвет. Ну, надо туда заглянуть. Ничего, стул. Батарейки. Стул и какие-то подушки или мешки. Ой. Ой, действительно. Ой. Что это такое? Глюк, это что ли? Это какие-то галлюцинации, реально. Ну, наверх нам, наверное, нужно идти. Фух. Не врезайся в решетки. Ой-ой. И что нам делать? Они невидимые, что ли?
плане. Вот они где. А, это какой-то баран с ломом. Баран с ломом. Ну да. Он убежал. Я думал, он спрятался. За ним, наверное, следовать. Или наоборот, не надо за ним. Это как тот твой дружбан. Я боюсь, что этот не такой в итоге окажется. Один чувак умер, а Патана там потерял его труп. Путаница в бумагах, поэтому он просто оставил его в морозильнике. Проходят годы, десятилетия, а чувак все лежит там, штаны приспущены, хрен торчит, вид до сих пор. Нормально. Окей. Печальная история. Про хрен чувака. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Напугал меня паразит. Ну там вроде как можно было бежать вперед, но я растерялся реально. А то просто от того, что обосраться можно. Ну давай, на красный свет пили. Вообще очень интересно. Далеко мы. Эй! Не можешь теперь сюда зайти? Не хочешь, он меня теперь впускает. Ой, ты чего? Я ничего, это тут чего. Метро чего-то перестраивается прям под ногами. Ну, наверное, нам туда. Но надо оглядеться. Коробочка. И туда можно. И туда, и сюда, как всегда. Да нет, там вон обрыв, как бы. Ой, чувачочек. Ого. Ага, тут мы видим. Там с другой стороны тоже. Ой. Ой, акула плывет. Серьезно? Да. Акула-молот, по-моему. Я должна была убить змею. Я просто взяла палку и прижала ей шею. А затем воткнула другую палку ей в голову. Долго плакала. Я говорила: прости, я не хочу тебя убивать. Мы с тобой части одного целого. Этот мир ограничивает. И мы как будто разделены. Но на самом деле это то, что мы сами себе придумали. Окей. Я у старьевщика всегда набиты карманы. Там все стекляшки, найденные на улице, обрывки, кости, грязь, весь этот хлам. Высовывается, торчит, тянется за ним. Он стоит на коленях, грязные руки продолжают набивать карманы, даже тогда, когда он заходится в кашле. Окей. В записках как-то как реально обрывки. Вот, ой. Ой, по этой стороне ровно, там море крови, внизу. Это, тут вот девчонка, ну, она хоть складно говорит, а тут в записках вообще какая-то бородина. Звезды? Кажется, не очень глубоко. Звезды. Что, дальше перейти нельзя? Ой. Ну, как обычно. Я даже не сомневался. Что происходит? This way, в этом направлении. Да, там так написано. Это мне не нравится. Трупацы. Он тебя поймал. Все, побежали.
Там везде петушители, нам нужно ими пользоваться, нет? Да, открывайся. Двери! Мы поехали. Мы уехали. Но мы едем, по-моему, к нему. Ого! Это он! Пожарник. Пожарник? Не, ну тут, короче, конечно, какой-то полный психоз творится. Он нас видит. Ага. Сейчас хватит. Контакт, контакт. Давайте, открывайте двери. Я пытаюсь из этого вагона выбраться. Он последний. Там он есть. О. Опять он не бежит, только ходит. Селеста. Селеста. Это что значит? Это название станции, как я понимаю. А вон он тут. Огонь он исчез. Огонь вроде как остался, а вот он силуэт сам испарился. Сюда или туда? Постоянно этот вопрос в голове. Сюда или туда? Какие заковыристые тут пути. Да, блядь, это туда. Ой, сейчас я буду падать. Нет! Ой, он цветным стал. Да? Или нет? Только что блестело, коричнево показалось у него рукава и его рубахи. Батареечки лишними не будут. Тут прямо не поняли, что нужно. О боже, что-то. Погорелые люди. Больше нужно раздавать батареек. Да, много-много тут у меня сгоревших людей. Можно, конечно, больше светить, но тоже увлекаться все-таки не стоит. Сейчас чувствую, я будет много беготни. О, блин! Ой! Это дверь. Непонятно, выход это или что. Ой. Ой-ой. Тут какие-то ритуалы, как обычно. Батареечки, батареечки. И вот. Записочкой. Они резали его медленно, на тоненькие полосочки. Так шли часы, дни, кровь капала на кафельный пол. Они все... Все записали, каждое слово, каждый вопль. Я читал расшифровку, они говорят, что это пророчество, но что они, блин, в этом понимают? Ну, эти кряки, что они понимают, это действительно. Кровь по стен. Ой-ой, там, кажется, глубоко. Я не могу понять, мы отсюда зашли или нет? Нет. Почему тогда все горит? Это другое место.
way out. Налево. Way out — это выход. Я не понял реально, вот он. Он опять же спрямился, появился. Батарейки. Ого! Мы вышли на улицу. Ух, он отстал. И вот одна ночью я слышала ветер. Но в этот раз это был необычный ветер. Нет. Не как обычно. В нем чувствовалась какая-то необыкновенная сила. Это было объединение, слияние духов ветра и воды. Дух воды называется Яминджа, а дух ветра называется Янцзы. Когда они встречаются, ты как будто ощущаешь их внутри себя. Уянс получается просто полный, когда они встречаются. Тихо, тихо, спокойно. Опять. Где все начинается? В Москву. Там работают наши мысли. Что? В Москве. Это просто место для мыслей? Или склад? Поплывем в мозгу, как у нас. И он точно наш. Может, мы просто плывем по течению в местах, о которых даже не догадываемся? То, что мы привыкли видеть, стало тем, во что мы согласны верить. Наше сознание может быть и чем угодно, и даже ничем. Все возможно, если ты открыт и готов поверить. Космос! Да, в дереве рассматривается звезды. И странный звук. Вау! Лодка. Блин, круто. Мы будем плыть или как? Вроде плывешь. Фонарик. До сраки. Да колонны. Ну тут пошла просто, я не знаю, у людей, которые делают такие игры, что у них там в мозгу вообще происходит. За нами гоняют. Что случилось с этим мужиком? Почему он попал в такую жопу? Что это за девка темнокожая? Мы с ним встретимся, столько вопросов. Это калейдоскоп.
Раньше были трубки такие пластмассовые. На свет смотришь через нее, и надо было ее вращать. И там вот такая вот... Такие вот были узоры. Это руки машут нам привет. Ой, это голые барышни. Посмотреть. Опять руки-ноги. И туннель. Я не знаю, куда он нырнул, но там реально как-то не очень весело. Хоть все и танцуют вокруг. Вот загрузка лишняя. Могли бы как-то соединить. Дань. Так, чтобы не было видно загрузку. Получен приз Дань. Мы приехали на лодке. Еще, по-моему, ужасный треск. Ну, это как поезд приезжает, только приехала лодка. Бежать наконец-то. Вот это бег. О, да. Чувствуется вся скорость и мощь. Да, с батарейками реально проблем нет. А ты переживал. Ой. Это за нами. Да. Рогачи даже оглядываться не будут. Пакет не было видно. А вот о, они тут блин, тоже. Они тут везде. Ой-ой-ой. Я вижу, надо обходить его в дом. Don't let them see you. Не позволяй. О, опять эта музыка. Тот, который ты спасал людишек. Ну как это? На свет по шарабану они заходят. И в дома со светом, блин. Быстро он как-то сильно перемещается. Я не знаю, куда бежать. Побежали сюда. О, провода. По проводам, да, к светофору. Это грузовик. Застрявший, не застрявший. Не оборачивайся, Андрюша. Какие-то домики. Куда мы попали? Что это за провода? Водонапорная башня. Можно тут ой, брать. И тут. Да тут много, надо просто бежать, видимо, вперед. Можно особо и не светить. О, райончик такой, блин. Там туманно. Очень атмосферный. Так, забор я могу зайти? Нет. А, нет, не могу. Я хотел направо вот туда уйти. Внизу, давайте. Через дом. Попробуем. He was there at the end. Он был здесь в конце. Пять. Ну, сейчас еще в конце нас будут жарить. Черти вилами, они их пока что натирают. Что это там на столе? Пришлось, сыночек, копать. И какова в итоге твоя награда? Мясная нарезка? Говоришь, тебе нужна свинья, но она тебе не светит, парень. Фарш назад не провернешь. What? What? На, яблоки или фарш. Яблоки или фарш. Да. Такая или фарш из яблок. Разница небольшая. О, там красное что-то. Мигает. Батарейки. Жизнь отдам за батарейки. Заборчик, на который ты хотел залезть? Не совсем понятно. Ой-ой-ой. Нет, а залезь обратно в дом. Висит на окне там кто-то, глянь. Нет. Кто-то. Нет.
там просто какая-то букашка, Андрю. Букашка с ногами и руками? Да. Ты можешь пойти проверить. Пробегаем к дому. Позволяем себе увидеть. Да. Позволяем тебя увидеть. Ну, мы стараемся. К лесу пойдем, вот качельки или вот туда направо. Туда провода ведут. Ой-ой. Там коробка, там батарейки. Там эти. Через эту дверь нам не выйти. Да, рогатый там ползает. Он сейчас светит свои. За стол. Ой, прямо возле качельки. Кажется, заметили немного. Побежали от этих качелек. Да, по-моему, он начал гнаться за мной. Но мы уйдем через белье. Чет, я вообще туда бегу. Перевернутое здание. Почему у них такие проблемы с законом? Они же пытаются добиться истины. А мы им типа как бы мешаем. Против них посылают какую-то полицию. Посылают тупых необразованных сержантов, которые даже не могут понять, что такое эта лицензия. Все по закону. По закону, куда идти-то дальше? Тупик. Может, он залезет на этот самосвал? Размечтался. Блин, не хочется мне назад возвращаться. Чупакинуть эту деревушку. Чупаки? Да, чупаки. Чупаки. Тут бегают чупаки. О, кажется, такое впечатление, что мы опять в петле. Опять это здание. Ну ты просто вернулся обратно. Да, точно. Куда идти непонятно сегодня. Ты больше батареек, тут светить нельзя фонариком, то что они видят. Кажется, оттуда ты пришёл. Нет. Там же свет мигает. Да нам туда. А что мигает? Это вход. Это качели, нам вот сюда. Угу. Как обойти этого? Ну, пролазь давай. Давай. И снова в метро. Домик? Домик. А, Андрюша, зачем? Хочу узнать, что там. Он не поднимается, как это зацепился ногой. Невидимая стена. Батарейки просто, без батареек нам никуда. Может, в конце там будет полная тьма? А может быть, это каким-то просто одним путем можно. До свидания. Выйти. Затком такой. Затком их. Так, я понял. Этот Мэтт. Парень вернулся. И там кто-то. А нет.
Ну не, шорох не наводи, там тут. Там кто-то точно рычит слева. Ух! Так, ускоряемся. Деревушка, конечно, зачетная была. У меня до сих пор. Ой. Руки мокрые. Реально страшно. Бадди, ре... это ты? Опа. Ой, зеркальце. Ха, прикольно, там головой смотрит. Бадди? Что это такое? Такой обзор. Какого черта? Не может быть! Ты такой старый? Но это не так! Погоди. Бадди, я не знаю, что здесь происходит. Найди Дану, дружище. Она во всем разберется. Как уходи. Обычно. Я тоже пойду. Ладно? А если я фонарик достану, косвечу раз, я ушел. Опа, я здесь. Да ничего, так фонарик у него появляется в клешне. Да, уходим, ну что делать? Вот это, наверное, выход. Выход к страшным звукам. До свидания. Где выход из этого места? Наверное, туда, к рогатам, по-другому никак. Дверь была. Она закрыта, наверное. Бежали, бежали, попали закрыто. В метро, чтобы увидеть себя в зеркало. Но есть подозрение, что все-таки нам наверх. Ну, по и проводам. Через ту дверь. Так, по каким проводам? Ну, там провода опять. Мы же пришли по этим проводам сюда. Вот они тут опять. Ой, ой. Батарейками радует одно. Проблем нет. Да, по проводам. А этим ты права. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подобную мы уже находили, коробку с подобной лампой. Мне приснилось, что я стою на краю скалы, а рядом ты такая красивая, и я сказал, смотри, и прыгнул, а потом проснулся от того, что я падаю, потому что это было не сон, это был совсем не сон. Оу. Совсем было тогда хреново. Ой, там ты пропустил коробочку, не открыл. На стене, ага. Может, тут зависит финал от того, сколько мы батареек с собой принесем, там в конце скажут. Мне надо 25 батареек. Стулья. И телевизоры. Кто-то не очень любит телевизоры. А, первая туба в этой игре. Мама сказала, что она уже большая девочка, взрослая, и что у нее не должно быть воображаемых друзей. Поэтому они все попрощались и ушли. Все добрые друзья ушли, кроме него, кроме друга и темного угла того с зубами и глазами. Вау! Вообще страшнее было бы, если бы он был без зубов и без глаз. Там провода, а мы под домами будем. Передвигаться. Я бы вообще такой по крышам бы рванул. Чуть не вышел. Ой, ой. Прям на рога этому дружбану. Рано. В дом. В доме
есть что-нибудь интересное. Ну, это обходные пути. Рогатый возвращается. Рогатый побежал. Его пусть пока покричит, а мы пока рванем побыстрее. Со спутниковой антенной дом. Сейчас мы свяжемся с копами и объясним, в какой заднице мы находимся. Ой, фотография на стене. На двери. Взрыв какой-то произошел, и все, и мы появились, что бум, и на тебе. Вот мы появились, да нет, это глупость какая-то. Вообще это какая-то глупость, что атом с атомом сошлись, там соединились, и вот что-то произошло. Вообще какой-то бред сумасшедший, мне кажется, наука это вся фигня. Деревья, они не знают, как они себе растут, растут трава. Все это вот, животные, они знать не знают, что они, как мы люди, зацикливаемся. Какая-то наука, какая-то фигня, а не наука. А мы люди, мы самые тупые на этой земле. Вот любой животный умнее нас. Бредни какие-то, бредни. Какая-то огромная арка, мы во Францию попали или что, в Париж? Нет, они все сжгли пианинку. По-моему, они нас хотят ужарить, давай-ка. Ускоримся. Скорее! Да бегу, максимум скорости. Ты что, оглянулся, правда? Вон он там дымится. Волан-де-Морт или что? Ну да. Батарейки, Андрюха, возьми и веселись. Ну, он отстал, да. Периодически появляется это существо в огне. Заправочная станция или что? Похоже на бензоколонки. Фу. Заскочи, Дана, погоди. Сейчас мы глянем, что тут у тебя. Мы на велосипеде за ней рванем, я понял, как ее догнать. Она тут барбекю делала. Дверь в подвал. Ну, бессмысленно надо было зайти, но мало ли. Вдруг там оружие какое-нибудь, это пистолет. Ну да. Или огнетушитель, в конце концов. Ты уверен? По-моему, с этого все началось. Ты все продумал? Ты хочешь вернуть все, как было. Но это принесет боль. Не-не, я хочу вернуть все, как было. Я думала, что разлюбила тебя. Но, если честно, я была рада снова увидеть тебя. Возможно, я ошибалась. Это не те дроиды, которых ты ищешь. Давай. Мы любим друг друга, Даночка. Не знаю. Это серьезный шаг. Приходи, когда решишься. Да он уже решил. Я уже здесь, Дана. Солнышко ты наше кудрявое. О, как тут красиво. Кажется, лето было в самом начале. Я же говорю, мы вернулись на начало. А. И ну опять да. Вернулись в эту задницу. Впереди какие-то арки. Реально, ну тут хоть какие-то очертания, хоть не метро. Что будет дальше? Что будет дальше, мы узнаем в следующем видео. Да, ну всем ладно. Пока. Bye.